какая красота. Мы были несколько дней. Они были вот такие маленькие. Вот, а сейчас они подросли. Шикарный. Сейчас буду снимать все новые и новые пеньки опята. Так что смотрите. Так вот, растут опята. Собираем. Оп. И туда. Маринованные будут потом вкусные. Я думаю, многие любят собирать их. Сейчас пошел пик. Вон они оттуда, снизу растут. Заметил, на березах, именно на березах растут. Ладно, ищем дальше. Вот, нашел еще поляну, шикарная. Смотрите, красота. Кто считает, что это красота, ставим палец вверх. Ладно, сейчас порежу, найду следующий красивый пенек и включусь. Смотрите дальше. Вот, ребят, нашел еще небольшое количество. Вот, вот. Они появились только на березах, на сухих сломушах. Но не на всех. Так что собираем дальше. О, ребят, обнаружил еще пенечек. Вот смотрите, сколько их. Красота. Ножки очень толстые. Пять минут в лесу, уже полсумки. Но это всегда так с опятами. Я думаю, многие любят их собирать. Весь пенек, весь. Смотрите. Ладно, сейчас соберу. Найду интересный пенек для вас. Сниму еще. Ребят, смотрите, какая красота. Еще вот там наверху. Вон там я не знаю, как буду доставать. Я нашибу. Вон там еще. Нет. Все вот на сухих березах. Ладно, будем, говорит, шибать.
Оп. Вот. Ладно. Снимаем дальше. Нашел еще целый рассадник опят. Сейчас будем резать. Смотрите дальше. Вот полчаса. Корзинка готова. Обед. Вот обошли небольшой пятак. Вот сейчас поедем в поселок.